Да, кто сюда захочет прийти так далеко? Кроме этого, все входы хорошо охраняются. Окружной дозор — это так для близира. Эй, ты можешь мне помочь? Скажи, Анатолий, как долго ты здесь? А вот пытаюсь починить этот винт от вертолета. Да с ума сойти! Тебе бы надо обновить куртку. Сколько лет ты ее носишь? Ты хочешь сказать, что тебе не холодно? Ника, тебе тоже скучно? Мне не нравится ходить в патруль. Это хуже, чем на флоте. Там я был на борту подводной лодки. По крайней мере, это было тепло, и мы каждые 3 недели останавливались на Кубе. Ну так что же случилось с тем парнем, которого засосало в реактивный двигатель на прошлой неделе? А? Как, головой или ногами? Что? Я нашел тело. Я думаю, что у нас в части есть шпион-предатель. Закройте все, никому не покидать свои помещения, пока мы не совершили расследование. Что за черт? Сергею прострелили голову. Позовите капитана немедленно. Усилить максимальную охрану ангара. Это наш приказ проверить весь подозревающийся персонал. Да, товарищ командир, я понял. Проверить всех подозреваемых. Проверьте у всех документы. Это может быть шпионы и предатели, прикидывающиеся нашими военными. Давай, иди, иди! Стой, бросай оружие, бросай! Руки вверх! Руки вверх, я сказал! Йо, я так скучаю по летнему Санкт-Петербургу. А ты совсем не замерз? Я вижу, как твои зубы стучат. Ты знаешь, у меня был друг, который обрубил себе палец, когда чинил самолет в Кубинке. Мне кажется, он делает то же самое, что ты сейчас делаешь. А, тебе нужно концентрироваться? У тебя пока есть 10 пальцев, и я уверен, что ты хочешь всех сохранить. Ничего себе! А ты сердитый сегодня. Я ведь же вчера гулял вечером. Докладываю. На западном рубеже все спокойно. Второй участок проверен. Мой участок проверен. Никого нет. Все спокойно на первом участке. Второй отряд, доложите обстановку. Ты видел неприятеля в вашем районе? Четвертый отряд, вы что-нибудь видите? Третий отряд, доложите обстановку. Как жаль, что нет запасной пачки сигарет и немного водки. Вот повезло. Он мне не нравится, он подлец. Я только остановился проверить, что Сергей себе пальцы не отрезал. Это такая тонкая работа, ты же знаешь. А, разве запрещено праздновать? А разве ты не на круженом дозоре? Чем ты тут занимаешься? Сколько тебе лет? Конечно. Ты что ремонтируешь? Да, холодно сегодня. Кто мог знать, что будет снежная буря? Много. Зачем мне новое, если старое еще годится? Хорошо бы новую куртку. Здесь на авиабазе много чего нового не помешало бы. Да, это хуже, чем когда я был на флоте. На подводной лодке. Ну, там было немножко теплее. Мы остановились в Кубе 3 раза в неделю. Ха. Сначала головой. Павел нашел один из его зубов, этому-то на вертолетной площадке. Это было довольно отвратительно. Вот, не повезло дураку. Хм. У нас проблема. Я только что нашел Ивана. Он мертв. У нас появился предатель. Я только что нашел тело. Будь осторожен. Если увидишь что-то подозрительное, я не хочу его испугать. Да, понимаю. Удержать подозрительных. Если найду шпионов, разрешите их казнить. Понятно. Кто взял мой бутерброд со стола, со склада? Ты знаешь, кто ты? Верни обратно, верблюдок. Двигайся! Двигайся! Эй, ты! Не брось оружие, немедленно! Я сказал, подними руки! Подними руки! Не будь блядь. Ты же мужик. Ты слышишь, чтобы я жаловался? Вот. Заберу себе оружие и буду тебя называть Антонина. Ладно, мне нужно идти на дежурство. Эй! Замолчи, я пытаюсь сконцентрироваться. Серьезно, прекрати, Яков. А ты сам сейчас останешься без пальцев. В этом участке никого не вижу. Только сугробы снега. Я пока никого не видел. На втором участке все нормально. Обстановка спокойная, никаких проблем. Ты заметил что-то необычное? Ты что-то подозрительное видишь? Дмитрий, ты что-нибудь видишь? Павел, докладывай обстановку. Надо же, я не могу поверить, что Владимир и его команда получили пропускной день скороходку какого-то космического мусора. Тревога! У первого ангара появился неприятель! Уничтожить всех! Повторяю! У первого ангара появился враг! Вражеские войска в взлетной полосе от ангара через шоссе! Не дать ему идти! Мы подтвердили, что на участке находятся вражеские отряды 2, а может и 3. У них, возможно, спутниковые детали. Верните их любой ценой. Они направляются к снегоходам. Задержите их. Не давайте им уйти. Эй, Яков, ты почему не патрулируешь? Что ты? Эй, ты чё, еще ремонтируешь этот же винт? Что ты делал все это время? Я только что закончил дежурство. А я здесь с самого открытия полигона. До этого я работал в отделе государственной безопасности в аэропорту в Москве. Я слишком стар, чтобы болтать чушь. Ну ладно, пока, ребята.
Увидимся. Ты слышал о Захаеве? Говорят, что он для конспирации каждые 3 месяца делает себе пластическую операцию. Ха, это так говорят, чтобы обмануть американцев. Повтори, твой передатчик барахлит немного. Вы служили с Захаевым на Украине? Я слышал, что у него в Чернобыле руку оторвало разрывной пулей. Ну и что дальше произошло? Если они так хороши, то даже сейчас могут наблюдать за нами и быть где угодно. А что если они с другой стороны взобрались на утес? Человек убит! Человек убит! Мне нужна помощь! Черт, Федор мертв! На базе находится чужой или предатель! Тревога! Я повторяю, тревога! Командующий Петров, подойдите к вышке диспетчерской! Командующий Петров, к вышке диспетчерской! Сегодня всему новому составу прибыть на поле занятия и для дистировки в 14 часов. Лейтенант Павлов, к первому ангару! Подойдите к первому ангару! Отряд по ремонту, будьте готовы к прибытию самолета! Это МиГ-29 с поврежденным фюзеляжем и с утечкой топлива! Сержант Гуревич, запасные детали для двигателя самолета прибыли в погрузочный док. Нам нужно, чтобы вы расписались за них. Благодарю заранее. Капитана Коновалова вызывают к пункту охраны. Капитана Коновалова к пункту охраны. Стоять на месте! Не двигаться! Пошли, пошли! Бросай, бросай! Эй, найди мне гаечный ключ. Какой из них? Там только он один. Ты что, не знаешь, что такое гаечный ключ? Ха-ха. Ну, Борис, ты шутник. Противника не видно. Так кто сюда забредет? Какого черта? Все это глупо. Ну что, ждем нападения? Никакого движения не наблюдается. Пятый участок проверен. Неприятель не заметен. Четвертый отряд, доложите по 8-му участку. Сергей, ты что-нибудь видишь? 6-й. Доложи, если противник в обозрении. Ваня, как у вас обстановка на 7-м участке? Ой, как бы хотелось попасть на эту вечеринку. А кто это? Нет, а что? Серьезно, ты что, не знал, Захаев уже мертв несколько месяцев? Болван. И чокнутых идиотов. Ничего, не переживай. Да, я стоял на расстоянии 15 метров, когда вижу, его рука полетела после выстрела. Стрелял какой-то опытный снайпер с 50-калиберной винтовки. Мы почти поймали этого снайпера. Что бы ни говорили о Западе, но их снайперы похожи машины. Они погубили почти 100 из моих лучших людей возле чертового колеса. Если это так, то считай, что мы уже покойники. Они должны пройти через тоннель у основного входа. Пш, вот дурак. Насмотрелся американских боевиков. Кто-то убивает наших людей. Я только что нашел тело. Позови капитана. Я нашел тело. У нас проблема. Мне необходимо немедленно поговорить с капитаном Коноваловым. Рядовой Бородин, привезли вашу Оксану, надувную куклу. Я персонально ее попробовал. Я надеюсь, ты не против. Я сказал, брось оружие! Брось оружие! Бросай, я сказал! Молчать! Бросай оружие! Заткнись, сука! Брось оружие! Бросай, сволочь! Какой из них? Да ладно, ладно, я просто не увидел. В следующий раз, когда я соглашусь помогать тебе ремонтировать один из этих самолетов, я непременно буду готов к милицейской проверке инструментов. Все тихо, все в порядке. 4-й участок проверен. Противника нет. Александр, какие-нибудь изменения? 3-й отряд, доложите обстановку. 5-й отряд, доложите. Ты что-то видишь? Да, я слышал, что они привезут Оксану. Фу, поверь, тебе лучше не знать. Хватит смолить эту дрань. Лекие посадишь. Черт подалишь, ход. Это ли? Эх, ненавижу морской воздух. А чечнев любишь? Кто волоще да сместятся на нят. Они не управляем видел, как то ех чеч прицел в лодку. Всего-то за шутку. А, нужно быть осторожно с этими ребятами. Они тоже ненавидят это государство. Хорошую работу трудно найти в эти дни. Убейте их! Выдвигаюсь. Прикрывай. Выдвигаемся. Стоять. За мной. Туда. Всем быть на теку. Американцы используют новые устройства. Ночник движения, закрепленный над кручей. Согласен, но это еще не все. Макаров общал премию тому, кто захватит такой доточек. Слышал? Но здесь слишком много металла. В забдении эти дольков будет брахатит. Значит, пренесчество за нами. Отвали! Хватит ныть, а? Противники! Огонь! Выдвигаемся! Стоять! За мной! Туда! Всем быть на чеку! Выдвигаюсь! Прикрывай! Американцы со своими игрушками! Никакой побед не заменит опыта! И самое обидное, что наш президент в этом вопросе согласен с этими штатами! Если эта штука не выдумка, мы все обречены! Нас перебьют раньше, чем мы поймем, что случилось! Тревога! Здесь тело солдата! Врубите тревогу! У нас тело солдата! Убить заложника! Выдвигаюсь!
Прикрывай. Выдвигаемся. Стоять. За мной. Туда. Всем быть начеку. Убейте их всех! Казните их всех! Противник вышел из строя, все заинтражения ракеты комплексы на подстрелове. Приказ известят в местильной системе ПВО. Огонь по устремлению офицеров на местах. Внимание всем постам! Западная вышка уничтожена. Вражеские снайперы ведут огонь по нашим рождениям ПВО. Батареи по западной стене. Уничтожение их. На нас напали. Высужается с вертолета по вооружению дворе. Вертолеты противника на западе. Повторяю, вертолеты противника на западе. Внимание, внимание, с Петропавловской базы выходить подкрепление. Время объявить 30 минут. Противник внутри параметра. Идут от вертолетной площадки к юго-западным воротам. Противник атакует штаб! Противник атакует штаб! Нужно подвога! Спектрят противника на территории! Повторяю, спектрят противника на территории! Дежгодится к его западным воротам! Противник штурмует юго-западные ворота! Люди туда! Живо! Срочно войдем на первый и второй этаж главного корпуса! Две группы на третий этаж! Прикрытие! Подкрепление из Петропавловска будет через 25 минут. Противнику оружие на второй этаж! Повторяю! Противнику окружение на втором! Они захватили центральный пост управления. Идут через главный чугунный комплекс. Основной генератор отключен. Приходим на разведывательные питания. Гуревич на связи. На подходе две цели. Скорость 900. Высота 320. Еще две цели. Идут на юг. Скорость 1600. Высота 400. Две цели. Дистанция 500. Движутся на север. БТР противника. Дистанция 6000. БТР остановился. Грузит пехоту. Уничтожить его! Не волнуйтесь. Далеко не уйдет. Вижу танк. Дистанция 3000. Скорость 20. Движутся слева направо. За зеленой машиной. Держать цели! Ракеты в бою! Огонь! Веду цель. Есть цель. Увеличь скорость на 25. Так, на 572. Вас понял. Разрешаю атаковать. Влево на 10. Цель обнаружена. БТР идет к северо-западу на 60. В него на 20 монумента Вашингтона. Понял. Цель захвачена. Цель захвачена. Жду приказа открыть огонь. Так точно. Ракета пошла. Танк противника, дистанция 572 на 172. Прошу разрешения атаковать. Я думал, что не доживем до того дня, когда мы разгромим американцев в бою. Два транспорта пытаются скрыться. Квадрат 253-221. Есть контакт. Цель вижу, к пуску готов. Слишком просто. Я думал, американцы будут хоть немного сражаться. На базу напали, повторяю. На базу напали. Тревога. Вероятная цель нападения. Комара. Уничтожить разрушители! Враг не должен потопить Комарова! Второй взвод во второй, пятый, седьмой отсек! Занять позицию по западу и востоку столовой! Не пропускать разрушителей! Тревога! Нарушители прорвали периметр и направляются к подлодкам! Всем членам экипажа занять свои места и приготовиться к немедленному погружению! Повторяю, членам экипажа занять свои места и приготовиться к погружению! Эй, вон там! Я кого-то засек! Петров, иди в базе! Я перелью здесь. Сюда. Надо прочесать лес. Туда. Быстрей. За мной. Они совсем рядом. Вижу. Они прямо за холмом. Вперед. Виктор, никого не видишь? Туда. Пошли. Тихо. Я что-то слышал. Туда. Я слышал, там кусты трещат. Миша, поищи там, за деревьями. Пока ничего. Смотри в оба. Я знаю, они где-то здесь. Тихо. Они точно в этом лесу. Рассредоточиться. Продолжайте поиски. Будьте начеку. Смотрите в оба. Все проверяйте. Только что наших убили. Не могу идти далеко. Туда, живо! Стоп, я что-то слышал. Туда, быстро! Михаил, проверь вон там. Рассыпаться. Найти нарушителей. Погоди, я что-то видел. Сюда. Везде проверь. Они где-то рядом. Ну, давай же, открой люк! Эй, меня кто-нибудь слышит? Есть там живых? Эй, выпусти нас! Ай, твою мать, ни хрена не видно. Заткнись, но голова раскалывается. Ну что так долго? Давайте, пошли! Нам нужен лом, чтобы открыть люк!
Давайте искать, ребята! Слышим, держитесь! Мы вас вытащим! Не поддается! Безмысленно, так нам их не вытащить! Ёб тебя, как откроем этот люк? Тут же электронный замок! Некогда инструменты искать. Тяни давай. Заткнись и помогай! Сиди тихо и не паникуй! Мы вас вытащим! Враги подходят с востока! Цель на севере! Противник на северо-востоке! Противник! Северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Противник прямо передо мной! Вижу противника слева! Впереди враг! Огонь! Впереди солдаты противника! Вижу противника справа! 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 Они подходят к нам с тыла! Они обходят нас с тыла! Враг сзади! Цель сзади! Огонь на подавление! Враг обходит нас сзади по левому флангу! Они атакуют слева! Вижу противника справа! Вижу цель слева! Они атакуют слева! Противник прямо перед тобой! Вижу противника справа! Они обходят нас справа! Враг подходит с тыла по правому флангу! Они атакуют с тыла! Они позади нас! В тылу замечен противник! Он слева, позади нас! Противник слева! Атака с твоей правой стороны! Вижу цель слева! Противник слева! Противник прямо перед тобой! Атака с твоей правой стороны! Он справа, прямо по курсу! Он справа от тебя! Справа от тебя! Враг позади тебя! Справа! Враги подходят к тебе с тыла! Они позади тебя! Он слева позади нас! Противник подходит к тебе слева! Он убегает! Убейте его! Они убегают! Он убегает! Не дайте ему уйти! Убейте его, пока он не скрылся! Займись целью слева, а я прикончу второго! Не дайте выжившим сбежать! Они пытаются обойти нас с фланга! Противник движется по открытой местности! Они хотят обойти нас! Вражеская цель пересекает поле! У них нательная броня! Стреляйте бронебойными! Капитан, вы получили приказ? Исполняйте! Передай лейтенанту, что нам нужен артобстрел по этому зданию! Скорее! Вызывайте подкрепление! Нам нужны еще вертолеты, чтобы зачистить район! Мы находимся под плотным огнем противника! Прошу бомбовый удар в квадрат 2, 5, 2, 7, 2, 1! Зенитчики опаздывают! Какие будут приказания? Убей одного слева, а ты займись тем, что справа! Вы двое со мной! Остальные подавляют врага огнем. Вражеская техника и вертолеты замечены в 15 километрах рядом с шоссе. У нас слишком много раненых. Придется отступить. Кидаю гранату! Берегись! Кидаю гранату! Сниму их гранатой! Граната! 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 Уходим! Граната! Уходим! Граната! Уходим! Граната! 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 Уходим! Граната! Уходим отсюда! Граната! Уходим отсюда! Граната! Уходим отсюда! Патроны кончились! Меняю обойму! Меняю обойму! Перезаряжаюсь! Перезаряжаюсь! Патроны кончились! Прикройте меня! Прикройте меня! Прикройте меня! Огонь на подавление! Уничтожить их! Убить всех! Стреляйте в него! Меняю позицию! Перехожу на другую позицию! Ищу более удобную точку! Выдвигаюсь! Зовите сюда врача! Врач! Нам нужен врач! У нас потери! Убитый! У нас убитый! Этому бойцу нужен врач! Так точно! Вижу его! Принял! Вижу его в прицеле! Да, я его вижу! Понял! Веду цель! Черт, у меня нет прямой видимости! Я его отсюда не вижу! Невозможно поразить цель! Слушаюсь! Слушаюсь! Так точно! Так точно! Есть! Есть! Принято! Принято! Замечен противник! Нужна помощь! Вас понял! Выдвигаемся! У нас посторонний! Поднимайте тревогу! Подкрепление в пути! Замечен нарушитель! Перекройте все выходы! Высылайте поддержку! Высылаем подкрепление! У нас нарушитель! Прошу поддержку! Высылаем подкрепление в ваш район! Вижу противника! Мы уже идем к вам! Ждите! Вижу нарушителя! Он вооружен! Помощь уже в пути! Задержите его! Бросай оружие! Живо! Сообщение принято! Высылаем подкрепление! Руки вверх! Живо! Берегись! РПГ! Берегись! РПГ! Берегись! РПГ! 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 Что это за херня? У нас проблема! Проверь, что там, скорей! Там что-то рвануло! Вперед! Слышал, уже иду! У нас убитый! Осмотрите периметр! Он мертв! Перекрыть все выходы! Живо! У нас убитый! Прочешите весь район! Я нашел тело! Тут есть посторонний! А, ладно. Продолжаю патруль. Ничего не нашел. Продолжаю обход. Никого нет. Возвращаюсь на пост. Ничего не нашел, но будьте начеку. Все спокойно. Будьте начеку. Ничего нет, но будьте настороже. Все чисто. Продолжаю патруль. Все чисто. Замечайте все подозрительное. А? Что это было? Тут кто-то есть? Минуту. Похоже, у нас тут проблема. Ждите. По-моему, у нас посторонние. Ждите. Стоп. Кажется, я что-то видел. А? Кто тут? А? Что это за шум? Я что-то слышал. Ждите. Я вроде что-то заметил. Ждите. Эй, есть тут кто-нибудь?
Враги подходят с востока! Цель на севере! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Противник на 1 час! Вижу противника на 10 часов! Впереди враг! Огонь! Впереди солдаты противника! Вижу противника справа! 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 Они подходят к нам с тыла! Они подходят над тыла! Враг сзади! Цель на 7 часов! Огонь на подавление! Враг обходит над сладю по левому флангу! Они атакуют слева! Вижу вражеинскую цель на 1 час! Вижу цель слева! Они атакуют слева! Вражеинская пехота на 12 часов! Вижу противника на 2 часа! Они обходят нас справа! Враг подходит с тыла по правому флангу! Они атакуют с тыла! Они позади нас! В тылу замечен противник! Он слева позади нас! Противник слева! Атака с твоей правой стороны! Цель на твои 10 часов! Враг на твои 11 часов! Противник прямо перед тобой! Они справа прямо по курсу! Они справа от тебя! Справа от тебя! Враг позади тебя! Справа! Враги подходят к тебе с тыла! Они позади тебя! Они на твои 7 часов! Враг на твои 8 часов! Противник подходят к тебе слева! Он убегает! Убейте его! Они убегают! Он убегает! Не дайте ему уйти! Убейте его, пока он не скрылся! Займись слева, а я прикончу второго! Не дайте выжившим сбежать! Они пытаются обойти с фланга! Противник движется под открытой местности! Они хотят обойти нас! Вражеинска пересекает поле! Займись их левым флангом и устави зоничную точку! Где танковая поддержка данникам взвода? Воздушная поддержка в пути! 15 минут! У нас нисколько убитых, но все под контролем! У меня нет бинтал, есть у кого запасной! Артиллерия меняет позицию! У нас нет огневой поддержки! Когда у нас прибудет воздушная поддержка? Я прикончил их снайпера! У нас есть 2 часа на прорыв обороны! Продолжайте атаковать! Не нравится мне это! Американцы хитрее, чем кажется! Следите за флангами! Граната! Граната, уходим! Граната, уходим! Прикройте меня! Меняю позицию! Перехожу на другую позицию! Ищу более удобную точку! Выдвигаюсь! Зовите сюда врача! Врач! Нам нужен врач! У нас потери! Убитый! У нас убитый! Этому бойцу нужен врач! Так точно, вижу его! Принял! Вижу его и цели! Да, я его вижу! Понял! Веду его! Черт! У меня нет прямой видимости! Я его отсюда не вижу! Невозможно поразить цель! Слушаюсь! Слушаюсь! Так точно! Так точно! Есть! Есть! Принято! Принято! Замечен противник! Нужна помощь! Вас понял! Выдвигаемся! У нас посторонний! Поднимайте тревогу! Подкрепление в пути! Замечен нарушитель! Придержите все выходы! Высылайте поддержку! Высылаем подкрепление! У нас нарушитель! Прошу поддержку! Высылаем подкрепление в ваш район! Вижу противника! Мы уже идем к вам! Ждите! Вижу противника! Он вооружен! Помощь уже в пути! Задержите его! Бросай оружие! Живо! Сообщение принято! Высылаем подкрепление! Руки вверх! Живо! Берегись РПГ! Берегись РПГ! 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 Что это за херня? У нас проблема! Проверь, что там! Скорей! Там что-то рвануло! Вперед! Слышал! Уже иду! У нас убитый! Осмотрите периметр! Он мертв! Перекрыть все выход! Живо! У нас убитый! Прочистите все район! Я нашел тело! Тут есть посторонний! Ладно! Подождаю патрулирование! Ничего не нашел! Подождаю обход. Ничего нет. Возвращаюсь на пост. Ничего не нашел. Но будьте начеку. Все спокойно. Будьте начеку. Ничего нет. Но будьте настороже. Все чисто. Подождаю патрулирование. Все чисто. Замечайте все подозрительное. Что это было? Тут кто-то есть. Минутку. Похоже, у нас тут проблема. Ждите. По-моему, у нас построенные. Ждите. Стоп. Кажется, я что-то видел. Кто тут? Что это за шум? Я что-то слышал, ждите. Я вроде что-то замечил, ждите. Есть тут кто-нибудь? Враги подходят со востока! Цель на севере! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Заметим, противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Враги впереди! Вижу противника слева! Враг впереди! Огонь! Противники впереди!
Вижу противника справа! Справа, справа! Заходят с тыла! Они обходят нас с тыла! Вижу сзади! Вижу сзади! Огонь на подавление! Враг обходит нас сзади по левому флангу! Они атакуют слева! Вижу вражескую цель! Вижу цель слева! Они атакуют слева! Вражеская пехота прямо впереди! Вражеская цель впереди! Они обходят нас справа! Враг подходит с тыла по правому флангу! Они атакуют с тыла! Они сзади нас! В тылу замечен противник! Он слева позади нас! Противник слева! Атакует с твоей правой стороны! Цель на твоей левой стороне! Враг впереди тебя! Противник прямо перед тобой! Он справа, прямо по курсу! Они справа от тебя! Справа! Враг позади тебя справа! Враги подходят к тебе с тыла! Они позади тебя! Они за тобой! Враг у тебя слева! Противник подходит к тебе слева! Он убегает! Застрелить его! Они убегают! Он убегает! Не дать ему уйти! Застрелите его, пока он не скрылся! Завись целью слева, а я прикончу второго! Не дайте выжившим сбежать! Они пытаются обойти нас с фланга! Противник движется по открытой местности! Они хотят обойти нас! Вражеская цель пересекает поле! Лейтенант, мне нужна поддержка с воздуха через 10 минут! И никаких оправданий! Атакуйте их справа и попробуйте взять пленного! Огонь! Огонь! Установите мины в этом районе! Их бронетехника не должна прорвать блокаду! С вами хочет поговорить командующий взводом! Десант уже в пути! Удерживайте позицию! Сержант, возьми двух лучших бойцов и попробуй прорвать их оборону в том районе. Давай, установи пулеметную точку в ресторане. Давай, давай. Сержант, что слышно на правом фланге? Ты думаешь, это правильно? Граната! Граната! Граната, беги! Граната! Прикройте меня! Меняю позицию! Перехожу на другую позицию! Ищу более удобную точку! Двигаюсь! Зовите врача сюда! Врач! Нам нужен врач! У нас раненый! Раненый! У нас павший! Этому бойцу нужен врач! Так точно! Вижу его! Принял! Вижу его в прицеле! Да, я его вижу! Понял! Веду цель! Черт, у меня нет прямой видимости! Я его отсюда не вижу! Невозможно поразить цель! Слушаюсь! Слушаюсь! Так точно! Так точно! Есть! Есть! Принято! Принято! Замечен противник! Нужна помощь! Понял! Выдвигаемся! У нас противник! Поднимайте тревогу! Подкрепление в пути! Замечен нарушитель! Перекройте все выходы и пришлите поддержку! Высылаем подкрепление! У нас нарушитель! Прошу поддержку! Высылаем подкрепление на вашу позицию! Вижу противника! Мы двигаемся к вам! Ждите! Вижу противника! Он вооружен! Помощь уже в пути! Задержите его! Бросай оружие! Живо! Сообщение принято! Высылаем подкрепление! Руки вверх! Живо! Берегись! РПГ! Берегись! РПГ! 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 Блин, что это? У нас проблема! Иди проверь! Скорее! Там что-то рвануло! Вперед! Слышал! Иду! У нас убитый! Осмотрите периметр! Он мертв! Перекрыть все выходы! Живо! У нас убитый! Прочешите весь район! Я нашел труп! Кто-то здесь! А, ладно. Продолжаю патруль. Ничего не нашел. Продолжаю обход. Никого нет. Возвращаюсь на пост. Ничего не нашел. Но будьте начеку. Все спокойно. Будьте начеку. Ничего нет. Но будьте настороже. Все нормально. Продолжаю обход. Все нормально. Замечайте все подозрительное. А? Что это? Кто-то там? Минутку. Похоже, у нас тут проблема. Ждите. По-моему, кто-то здесь. Ждите. Стоп. Кажется, я что-то видел. А? Кто тут? А? Что это за шум? Я что-то слышал. Ждите. Я вроде что-то заметил. Ждите. Эй, кто-то там? Враги подходят с востока! Цель на севере! Противник на северо-востоке! Противник северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Противник на 1 час! Вижу противника на 10 часов! Впереди враг! Огонь! Впереди солдаты противника! Вижу противника справа! 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 Они подходят к нам с тыла! Они обходят нас с тыла! Враги сзади! Цель на 7 часов! Огонь на подавление! Враг обходит нас сзади! По левому флангу! Они атакуют слева! Вижу вражескую цель на 1 час! Вижу цель слева! Они атакуют слева! Вражеская пехота на 12 часов! Вижу противника на 2 часа! Они обходят нас справа! Враг походит с тыла по правому флангу! Они атакуют с тыла! Они позади нас! В тылу замешан противник! Он слева позади нас! Противник слева! Атака с правой стороны! Цель на твои 10 часов! Враг на твои 11 часов! Противник прямо перед тобой! Он справа! Прямо по курсу! Они справа от тебя!
они справа от тебя! Враг позади, тебя справа! Враги подходят тебе с тыла, они позади тебя! Он на твои 7 часов, враг на 8 часов! Противник подходит тебе слева! Он убегает, убейте его! Они убегают! Он убегает, не дайте ему уйти! Убейте его, пока он не скрылся! Займи сцену слева, и я прикончу на второго! Не дайте выжимцам бежать! Они пытаются обойти нас с фланга! Противник движется по открытой местности! Они хотят обойти нас! Вражеская цель пересекает поле! У них нательная броня! Стреляйте бронебойными! Капитан, вы получили приказ! Исполняйте! Передайте лейтенанту! Нам нужен обстрел по этому зданию! Скорее! Вызывайте подкрепление! Нам нужны еще вертолеты, чтобы зачистить район! Мы находимся под плотным огнем противника! Прошу бомбовый удар! В квадрат 2, 5, 2, 7, 9, 1! Зенитчики опаздывают! Какие будут приказания? Убью одного слева, ты займись тем, кто справа! Вы двое! Со мной! Остальные подавляют враги огнем. Вражеская техника и вертолеты замечены в 15 километров. Рядом шоссе. У нас слишком много раненых. Придется отступить. Кидай гранату. Берегись, кидай гранату. Сниму их гранатой. Граната. Граната. Граната, уходим. Граната, уходим. Граната. Граната. Уходим. Патроны кончились. Патроны кончились. Меняю обойму. Перезаряжаюсь. Перезаряжаюсь. Патроны закончились. Прикройте меня. Прикройте меня. Прикройте меня! Огонь на подавление! Уничтожить их! Убить всех! Стреляйте в него! Меняю позицию! Перехожу на другую позицию! Ищу более удобную точку! Выдвигаюсь! Зовите сюда врача! Врач! Нам нужен врач! У нас потери! Убитый! У нас убитый! Этому бойцу нужен врач! Так точно! Вижу его! Принял! Вижу его в прицеле! Да, я его вижу! Понял! Веду цель! Черт! У меня нет прямой видимости! Я его отсюда не вижу! Не боюсь! Можно поразить цель! Слушаюсь! Слушаюсь! Так точно! Так точно! Есть! Есть! Принято! Замечен противник! Нужна помощь! Вас понял! Выдвигаемся! У нас посторонний! Поднимайте тревогу! Подкрепление в пути! Замечен нарушитель! Прикройте все выходы! Высылайте поддержку! Высылаем подкрепление! У нас нарушитель! Прошу поддержку! Высылаем подкрепление в ваш район! Вижу противника! Мы уже идем к вам! Ждите! Вижу нарушителя! Он вооружен! Помощь уже в пути! Задержите его! Простое оружие! Живо! Сообщение принято! Высылаем подкрепление! Руки вверх! Живо! Берегись! РПГ! 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 Что это за херня? У нас проблема! Проверь там скорей! Там что-то рвануло! Вперед! Слышал, уже иду! У нас убитый, осмотрите периметр! Он мертв! Перекрытие выхода! Живо! У нас убитый! Прочешите весь район! Я нашел тело! Тут есть посторонний! Ничего не нашел! Продолжай обход! Никого нет! Возвращайся на пост! Ничего не нашел! Но будьте начеку! Все спокойно! Будьте начеку! Ничего нет, но будьте настороже! Все чисто! Продолжаю патрулирование! Все чисто! Замечайте все подозрительное! А? Что это было? Тут кто-то есть? Минутку! Похоже, у нас здесь проблема! Ждите! По-моему, у нас посторонние! Ждите! Что? Кажется, я что-то видел. А? Кто тут? А? А что за шум? Я что-то слышал. Ждите. Я вроде что-то заметил. Ждите. Эй, есть ли кто-нибудь? Враги проходят с востока! Цель на север! Противник на северо-восток! Противник с северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Противник на 1 час! Вижу противника на 10 часов! Впереди враг! Огонь! Впереди солдаты! Противника! Видим противников справа! 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 Они подходят к нам с тыла! Они обходят нас с тыла! Враг сзади! Цель на 7 часов! Огонь! Подавление! Враг обходит нас сзади! По левому флангу! Они атакуют слева! Вижу вражескую цель на 1 час! Вижу цель слева! Они атакуют слева! Вражеская пехота на 12 часов! Вижу противника на 2 часа! Они обходят нас справа! Враг проходит с тыла по правому флангу! Они атакуют с тыла! Они позади нас! В тылу замечен противник! Он слева позади нас! Противник слева! Атака с твоей правой стороны! Цель на твой 10 часов! Враг на твой 11 часов! Противник прямо перед тобою! Он справа, прямо по курсу! Они справа от тебя! Справа от тебя! Враг позади тебя! Справа! Враги подходят к тебе с тыла! Они позади тебя! Он на твой 7 часов! Враг на твой 8 часов! Противник подходит к тебе слева! Он убегает! Убейте его! Они убегают! Он убегает! Не дайте ему уйти! Убейте его, пока он не ускрылся! Займись целью слева! А я прикрою второго! Не дайте выжившим сбежать! Они пытаются обойти нас с фланга! Противник движется по открытым местности! Они хотят...
хотят обойти нас! Вражеская цель пересекает поле! Врежь на правом фланге! Возьмите лучших бойцов и укрепите его! У нас дыра на левом фланге! Живо, живо! 8-й таковой завод! Двигаться к автостраде! Вертолеты в пути! 30 минут! Черт! Танки 2-го взвода уничтожены на походе! У нас не будет помощи минимально 2 часа! Штаб направил к нам истребители и 42-й авиационные дивизии! Сержант, подбрось ко мне объему! У кого есть лишняя граната? Ворона 2-4! Это Ворона 2-2! Мы берем сильный американский огонь! Мы находимся близко к торговому центру! Это Змей 5-1! Прошу немедленно! Авиадар! По 3-этажному зданию! К северу! От теплицы! Кидаю гранату! Берегись! Кидаю гранату! Сниму их гранатой! Граната! 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 Уходим! Граната! Уходим! Граната! Граната! Уходим! Граната! Уходим отсюда! Граната! Уходим отсюда! Патроны кончались! Патроны кончились! Меняю объем! Меняю объем! Перезаряжаюсь! Перезаряжаюсь! Прикройте меня! Прикройте меня! Прикройте меня! Огонь на подавление! Уничтожить их! Убить всех! Стреляйте в него! Меняю позицию! Перехожу на другую позицию! Ищу удобную точку! Выдвигаюсь! Зовите сюда врача! Врач! Нам нужен врач! У нас потери! Убитые! У нас убитые! Этому бойцу нужен врач! Так, точно! Вижу его! Принял! Вижу его в прицеле! Да, я его вижу! Воду! Веду цель! Черт! У меня нет прямой видимости! Я его отсюда не вижу! Невозможно поразить цель! Слушаюсь! Слушаюсь! Так точно! Так точно! Есть! Есть! Принято! Принято! Замечен противник! Нужна помощь! Вас понял! Выдвигаемся! У нас посторонники! Поднимать тревогу! Подкрепление в пути! Заметил нарушитель! Перекройте все выходы! Высылайте поддержку! Высылаем подкрепление! У нас нарушитель! Прошу поддержку! Высылаем подкрепление в ваш район! Вижу противника! Мы уже идем к вам! Ждите! Вижу нарушителя! Он вооружен! Помощь уже в пути! Задержите его! Бросай оружие! Вы же! Совещание принято! Высылаем подкрепление! Руки вверх! Живо! Берегись! РПГ! Берегись! РПГ! 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 Что это за хрен? У нас проблема! Проверь, что там! Скорее! Там что-то врануло! Вперед! Слышал! Уже иду! У нас убитый! Осмотри периметр! Он мертв! Перекрыть все выходы! Живо! У нас убитые! Прочешите весь район! Я нашел тело! Тут есть посторонние! А, ладно. Продолжаю патруль. Ничего не нашел. Продолжаю обход. Хм, никого нет. Возвращаюсь на пост. Ничего не нашел. Но будьте на чеку. Все спокойно. Будьте на чеку. Ничего нет. Но будьте настороже. Все чисто. Продолжаю патруль. Все чисто. Замечайте все подозрительное. А? Что-то было? Тут кто-то есть? Минутку. Похоже, у нас тут проблема. Ждите. По-моему, у нас насторонний. Ждите. Стоп. Кажется, я кого-то видел. А? Кто тут, а? Что это за шум? Я что-то слышал. Ждите. Я вроде что-то заметил. Ждите. Йо, есть тут кто-нибудь? Зона безопасна. Атакуйте левый ряд. Атакуйте правый ряд. База огня. На связи. Связь со штабом. Контакт. Многочисленные контакты. Ставлю орудие. Орудие установлено. Орудие готово. Отступайте. Свет. Даю освещение. Держите эту позицию. Позиции. Заряжаю взрывчатку. Вспышка. Бросаю флешбанг. Бросаю гранату. Бросаю гранату. Бросаю гранату. Бросаю стан гранату. Бросаю стан гранату. Граната. 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 Дымовая граната. Дымовая граната. Бросаю взрывчатку. Меня ранили. Прикройте меня. Я ранен. Враг убит. Враг убит. Он убит. Он убит. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Враг убит. Враг убит. Установка мины. Установка мины. Прикрой меня. Я должен перезарядиться. Прикрой меня. Я должен перезарядиться. Заряжаюсь. Заряжаюсь. Меняю обойму. Магазин. Меняю обойму. Магазин. Под огнем. Под сильным обстрелом. Я в тупике. Я подавлен огнем противника. Отмечаю зону высадки. Зона высадки здесь. Действуйте. На мне. Придержи огонь. Солдат убит. Солдат убит. Мы потеряли человека. Один человек убит. Перегруппируйтесь. Нужно подкрепление. Я не могу поверить. Двигаются. Ничего. Хороший выстрел. Понятно. Извини. Снайпер. Контакт. Контакт. Следи за собой. Нож. 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 Кидаю нож. Кидаю нож. Кидаю нож. Симтекс. Взрывчатка. Симтекс. Взрывчатка. Симтекс. Взрывчатка! Бросай симтекс. Бросай взрывчатку. Бросай взрывчатку. Бросай симтекс. Бросай симтекс. Бросай взрывчатку. Вношу вход. Отмечаю входную точку.